Приветствую вас, мои дорогие зрители, на связи Яна Федорова. Сегодня покажу вам свой опыт выращивания рассады без земли. Хочу вам показать, вот как я сделала в такой тепличке. Посевы у меня, вот они. Там водичка, все, влага поступает. Рулетиков этих накрутила. Сейчас вам покажу поближе. Начинают они всходить. Сегодня четвертый день. Вот это бархатцы. Вот уже появились сходы. Так, это кабачок, пока не видно. Так, это у меня огурцы. Тоже вроде бы начинают. Так, это цинния. Так, гайлардия пока не видать. Арбузы вроде бы что-то похожее на проклевывание. Так, это базилик. Перец, пока ничего нет, свекла, ну, в остальных тоже там томаты, баклажаны. Вот что у меня на сегодняшний день. Это на четвертый день они так начинают уже вроде бы показывать признаки жизни. Сегодня 14-й день уже, и вот рассадка уже начинает подрастать, практически вся взошла, кроме вот это у меня хризантемы сидят, не всходят. И баклажаны только-только начинают. Сейчас покажу поближе немножко. Вот это все как выглядит. Так, это у меня, сейчас посмотрю, бархатцы. Бархатцы, это гайлардия, плоховато что-то пока всходит. Арбузы, вот так выглядит. Базилик. Так, это перцы начали всходить, свекла. Томаты, вот баклажанчики. Так, сейчас вот они только-только начинают. Хризантема пока не всходит. Пеларгония. Так, это у меня, по-моему, цинния. Да, это цинния. Это кабачки самые большие, вот как начали сильно вытягиваться. И тут вот огурцы. Вот так на сегодняшний день выглядят мои рулончики. Будем дальше продолжать. Водичку подливаю вот так на дно. Вот так примерно. Вот все, достаточно такого уровня. Этого вполне хватит. Ну, примерно раз в 3 дня подливаю воду. Мои рассадки сегодня 19-й день. Ну, она мне как-то уже не очень нравится. Вот эти кабачки прямо сильно так вытянулись и такие все хиленькие. Арбузы тоже один по одному начинают пропадать, портиться. Вот, достану. Вот не всю рассаду можно таким методом сеять. Так, что там, корешки? Так, сейчас покажу. Очень длинные корни. Попробую развернуть тут и посмотреть, что там внутри. Вот картина. Вроде бы они не портятся. Вроде все нормально. Ну, растут плохо. Вот. Все хорошо взошли. Все буквально взошли. Ну, такие плоховастенькие. Я не считаю, что вот это хорошая рассада. Вот нормальная рассада кабачков я сажала в тот же день. Вот они у меня в земле. Все-таки земля есть земля. Для кабачков, я думаю, ну не знаю, может у кого-то и получается, но у меня с кабачками вот так получилось. Я не буду их выращивать таким образом. Так, сейчас посмотрю, что там у меня с другими. Так, вот огурчики. Тоже не очень. Ну что это за такое? Они какие-то как будто больные. Тоже мне не понравилось. Огурцы выращивать таким способом. Так, цинии. Цинии тоже как-то неудачно. Что-то вообще даже перестали всходить. Поначалу вроде бы как пошли. Так. Вот. Не все семена взошли. Вроде бы семена хорошие. Они у меня всходят там просто в контейнерах. И в рулончиках стоят. В улитках с землей. А здесь что-то не очень. Так, цинии пока тоже уберу. Что у меня тут? Пеларгония. Так. Пеларгония тоже такая хиленькая. Вроде бы и взошла. Так, сейчас. Вот они, сеянцы. Аккуратненько. Все, семена взошли вроде бы хорошо. Парочка, наверное, только не взошла. Но они вот такие все какие-то беленькие. Не очень. Так, вот пеларгония у меня. Сейчас близко. Вот,
уже какая пеларгония, которую я сеяла, ну, чуть пораньше, наверное, дней на 10, но все равно земля есть земля, она вот уже такая. А вот это вот, видимо, не хватает все-таки ей питания или условия не те. Пеларгонию тоже я не буду так сеять. Так, что там? Гайлардия. Да, гайлардия. Ну, гайлардия вроде бы ничего, начинает сходить. Наверное, пока подержу ее еще немножко. Так, осторожно. Так, это у меня хризантема. Пока не всходит. Ну, хризантемы, в принципе, они долго всходят. Но тут пока никаких подвижек не видать. И что-то все начинает заплесневать. Не знаю, зайдет, не зайдет. Пока поставлю ее сюда. Так, это баклажаны. Баклажаны вроде бы ничего, начинают сходить тоже. Пока оставлю. Бархатцы себя нормально чувствуют. Замечательно. В прошлом году как раз-таки у меня... Так, арбузы я выброшу, уже не буду их дальше выращивать. 19 дней сегодня они в таком виде. Уже за это время должна готовая рассада вырастить в земле. В прошлом году сажала вот так вот методом без земли. Это базилик, клещевину, фасоль спаржевую, бархатцы. Еще что-то, уже не помню, георгины. Так вот те, то, что удалось мне вырастить. Фасоль, георгины, бархатцы, клещевину и помею перистую. Тоже отлично получилось вот таким способом вырастить. И она прекрасно, все эти растения у меня перенесли пересадку в грунт, прямо без всяких затруднений. Ну, вот базилик. Базилик сносно, нормально. Пока пойдет. Пусть еще постоит. Так, свеколка хорошо. Так, тихо, не падать. Так, это у меня томаты. Огромные корни. Вот. Но вид тоже такой хиловатый. Не знаю, может, это у меня одно так получается. Я вроде бы смотрю в интернете, у людей получается, а у меня что-то вот так. Не знаю. Томаты плоховато. Они какие-то все хилые, больные. В общем, вот. Зайти, взошли. Ну, а растут плохо. За 19 дней уже томаты достигают состояния пикировки. У них уже есть, ну, 3-4 даже настоящих листочка. А это все ерунда для томатов. Так, что там у меня еще осталось? Это перцы. Перцы отлично вроде бы. Ну, не буду разворачивать. Тут вроде все хорошо. Ну, вот эти пока оставлю дальше расти, буду вам показывать. Вот так выглядит моя рассадка без земли уже через месяц. Хризантема так и не взошла. Так, остальная рассада. Ну, тоже она как-то начинает портиться. Вот осталось более-менее бархатцы, баклажаны. Базилик тоже вот начинает портиться. Тоже уже не буду его держать дальше. Свекла и перцы. Перцы тоже вот как-то начинают чахнуть. Я попробую их посадить отсюда просто в землю и покажу вам, как они потом развиваются. Ну, а с этими я, наверное, уже не буду дальше заниматься. Потеряла интерес к этому методу. Вот попробую перцы пересадить и посмотреть, как они будут после такого расти. Так. Потихонечку разворачиваю. Вот так все это выглядит. Вот так все это выглядит. Достаточно длинные корни. 4 штучки сейчас возьму отсюда. Так, ну, вот какой-нибудь. Так. Вот какой длинный корень. Прямо с туалетной бумагой посажу, ну, потому что отделить уже нереально. Это не повредит им. Я раньше так сажала другое там с туалетной бумагой. Огурцы, да баклажаны. Ой, баклажаны, говорю, кабачки. Так, вот этот тоже. Так те хорошо перенесли туалетная бумага, им нисколько не повредила. Так, ну вот 4 сейчас возьму. Ну, так как корешок достаточно длинный, поэтому я вот так пол стаканчика отсыпала и просто обсыплю. Сейчас. Аккуратненько. Так, чуть-чуть сразу дам воды корням. Потом еще подсыплю сейчас. Так. Несмотря на все это, довольно такой крепкий стволик у него. Все. Перцы глубоко не надо заглублять. Как мы обычно всю рассаду под семидольные листики прямо заглубляем. Перцы не обладают способностью укоренять сильно стволик.
поэтому их можно глубоко не сажать. Вот сейчас им месяц, но это как-то многовато, у них даже еще толком настоящие листочки не появились. Вот этим, допустим, перцам у меня 20 дней, вот они как сейчас вот такие, 20 дней от посева. А вот эти еще совсем плохо развиваются. Вот мне как-то не понравился этот метод, у меня он неудачно получается, поэтому я не буду, наверное, его использовать. Вы меня просите показать эту рассаду без земли, но я как бы не хочу и не могу ее показывать, потому что результатов у меня нет. Ну или вот такие результаты. Вот такое сравнение. Все-таки земля есть земля, и на земле они лучше растут. Ну, через некоторое время покажу, как они принялись. А сейчас уже прошло дней 10 с того дня, как я их пересадила, и вот они так очень медленно и плоховато развиваются, все какие-то хиленькие, страшненькие и полубольные. Ну вот у меня вот такой результат с этим способом. Дорогие мои зрители, пишите в комментариях, как у вас получилось, не получилось, кто как выращивает таким способом рассаду. Очень интересно будет узнать, делитесь своим мнением, своим опытом. А если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.